Всем привет! Сегодня мы находимся в нашем магазине в торговом центре столицы, и у нас рубрика «По полочкам». Рассмотрим самую актуальную полочку на сегодняшний день в преддверии сентября. Идем вот на эту вот полочку и рассмотрим все-все-все ткани. Здесь у нас представлены курточные, а также пальтовые ткани. Очень много костюмных, рубашечных, твида. И даже есть очень даже интересные вот тут, вот, например, и вон там он сверху другого вида ткани. Итак, идем с самого верха. Здесь у нас вот такая пальтовая ткань. Очень-очень плотная, теплая, шерстяная. Такая двусторонняя, тоже шерстяная ткань. Идем дальше. Здесь у нас плотная костюмная серая ткань. Шикарно подойдет для пошива пиджаков. Также из пальтовых тканей вот такого формата. Это тоже как букле. Такой ежевичный оттенок, очень мягенькая. Совсем небольшой метраж остался. В букле есть еще вот такого коричневого оттенка. Это тоже пальтовая ткань. Все Италия. Очень классное качество. Сейчас мы достанем вот эту красивую. В самобытном стиле. Это тоже пальтовая ткань. Из нее получится прекраснейшее кимоно. Или пончо. Накидка такая. Очень красивый рисунок. Если что-то нравится, вы сразу пишите в комментариях. Вот это вот одна из наших новиночек, которая пришла перед летом. Это трикотаж шерстяной, итальянский. Довольно прочный и плотный. И он совершенно не колется. Мягенький. Так, дальше у нас вот такая пальтовая ткань есть. С изнаночной стороны однотон. Сейчас к курточкам мы вернемся. Вот это. Тоже шерстяная, пальтовая. Вот такая елочка. Это тоже пальтовая ткань. Ее совсем немножко осталось. Отлично подойдет для пошива мужских пальто. Имейте в виду, если что, цена. Вот артикул, тоже запоминайте, 120-42. Если надо обзор, пишите. Потом вот такая однотонная серая шерсть. Так, давайте сразу тогда уже по порядочку рассмотрим. Это двусторонняя стежка курточная. Ее очень многие ждали. Она приехала перед летом. Вот еще чуть-чуть осталось. Не сильно толстая, но очень красивая. Здесь пальтовое лицо. То есть она двусторонняя, можно и так, и так. Пальтовая сторона и курточная сторона. Еще есть вот такого темно-синего оттенка, тоже довольно прочная. Тут видите, как будто еще вот такие полосочки, рубчик небольшой. Такая есть еще пальтовая, тоже с одной стороны куртка, с другой пальтовка. Вот такая бархатная, очень многие просили, осталось совсем немного. Это двусторонняя стежка, у нас, кстати, есть еще и кнопки двусторонние. Вот еще это бархатная двусторонняя стежка. С одной стороны очень красивая бархатная поверхность, такая элегантная, а с другой стороны курточная. Синтепона немножко, хорошо будет для жилеток. Из пальтовых тканей еще очень симпатичная вот это вот есть клетка. Запоминайте артикул, можете посмотреть на сайте еще больше характеристик и описания. Что мы тут пропустили? Это курточная ткань, бархатистая, такая очень-очень приятная на ощупь. Вот на видео даже видно, какая она бархатистая с лицевой стороны. Красивый оттеночек. Это вот смотрите, какая очень интересная. Это костюмная ткань, но она довольно плотненькая, тепленькая и мягенькая. Здесь у нас собрались рубашечные ткани. Хлопковые, итальянские, очень красивые, легкие, натуральные. Например, вот такая. Это рубашечная. Также есть вот такой горошек, тоже рубашечная. Потом вот такая. Красивая, красивая. Если хотите обзор на какую-то отдельную ткань, пишите в комментариях. Мы обязательно снимем ее потом отдельно.
Смотрите, что здесь еще. Это кулирка, итальянская кулирка с такой вот большой-большой картой. Карта путешественника, карта мира. Это дизайнера Альвера Мартини. Очень качественная печать. И такая она детальная, хочется рассматривать. Тут прописано даже вон по отдельности страны. Так, что у нас дальше идет? Вот такая вот, смотрите, какая рубашечная. Это плотная, довольно плотная ткань. Такая интересная клетка, еле заметна. В цвете сафари вот такая рубашка. Очень красивая, легкая. Она не просвечивает. И мягкая, очень-очень мягкая. Оттенок у нее такой вот серо-бежевый. На видео немножко не передается, он такой припыленный серо-бежевый. Так, вот это, смотрите, какой у нас гипюр. Красивый, в стиле Барби. Плотная довольно ткань, шуршащая. Из рубашечных тканей вот такая есть еще у нас голубая, с мелкой-мелкой гусиной лапкой. Хлопковая костюмная клетка. Здесь у нас полоска. Такая полосочка костюмная. Тоже хорошо будет, кстати, на брючки или на жилетку девушкам. Вот это очень красивая такая костюмная ткань. Итальянская. Она бархатистая, мягкая-мягкая на ощупь. Вот это, смотрите, это с бамбуком в составе. Очень красивый оттенок, такой оранжево-желтый, солнечный. Она безумно-безумно мягкая. Платье, например, сарафан, просто невероятно будет выглядеть. Стопроцентный бамбук. Опа, клен в составе. Очень красивая, костюмная. Вот, кстати, или платье, сарафаны, юбочки, жилетки а-ля твид. Трикотаж поло для пошива рубашек поло. Итальянский. Он хлопковый. Хорошо будет дышать ваше тело. И вот такие два оттеночка есть. Вот этот и вот этот, горчичный. Вот это очень интересная ткань с шелком в составе. Шелк и полиэстер. Смотрите, артикул запоминайте. Она шуршит. И, кстати, подойдет для пошива карго. А также это курточная ткань. Можно использовать для пошива куртки. Джинсы красного итальянского у нас осталось совсем чуть-чуть. Так, ткань для тренча тоже вот эту вот можно использовать. Она тоже бархатистая на ощупь. Такая красивая. Также ткань с шелком. Вот это есть зеленая. Шелк полиэстер. Вот подойдет она для карго. Или для костюма какого-нибудь спортивного. Такого шуршащего. Что у нас дальше? Так и норовит выпрыгнуть вот эта костюмная ткань. Классная, это двусторонняя, это жаккардовая ткань, очень-очень приятная такая, прям богатая. С одной стороны она более бордовая, а с другой серая, змеиный принт. И вот точно такая же есть зебра, это тоже жаккард. Смотрите, какая интересная. Переходим к нашим и вашим любимым твидам. Это итальянский твид с хлопком в составе. Если что, у нас в Инстаграме очень много разных обзоров. Заходите, подписывайтесь, будем вам очень рады. Там мы показываем самое интересное. Все, что новое приходит, сразу выставляем в Инстаграм и делаем обзорчики. Также составляем образы. Будем вам рады. Приходите и подписывайтесь. Вот такие вот твидовые расцветочки здесь есть. Переходим ниже. Здесь у нас легендарный джинс, интерьерный дизель. Смотрите, какой он очень-очень плотный. И вот такой золотистый с одной стороны, а с изнанки. Из него уже шили наши клиенты корсеты и юбки. Показывали в сторис. Великолепно выглядит. Эффектно. Так, костюмная ткань. Любимая, очень красивая. Вот эта вот британская как будто клеточка. В британском стиле. Также вот такая есть костюмная ткань. Полосочка это на темно, на черном фоне. Вот такая полосочка. И твид еще такой есть.
Вот это тоже костюмная классная шерстяная ткань. Темно-синяя. Такая у нас костюмная. Ну, это костюмно-пальтовая. Можно даже пальто сшить. Вот это очень красивый зеленый оттенок. Травяной такой шерстяная ткань. Если кому-то надо подробно показать, останавливайте, смотрите артикул и пишите в комментариях. Мы обязательно снимем тогда отдельно видео еще про эту ткань. Вот это вот хлопковая, очень классный, такой красивый. Витали Барберис Каноника, итальянский дизайнер. Можно костюмчики красивые пошить. Вот такая клеточка. Ой, вот этот зеленый оттенок, смотрите, какой. Красивый. Это пальтовая ткань. Вот это у нас, по-моему, шерсть. Да, стопроцентная шерсть. Очень-очень тонкая. Классная. Также вот такая в крапинку. Тоже костюмная ткань. Потом вот очень красивая. Это с шелком, по-моему, даже. С другой стороны этикеточка. Если что, потом найдем, кому надо показать. Вот это вот очень красивая ткань. А здесь, смотрите, какая необычная. С одной стороны она вот так вот блестит, а с другой стороны у нее начес теплый. Тоже такая костюмная ткань. Это у нас тоже с шелком в составе. Тут, наверное, даже стопроцентный, да, стопроцентный шелк дикий. У нас в Инстаграме, кстати, тоже есть пост. Там девушка шила корсет. Очень красиво смотрится. Вот эта костюмная ткань. Красивая. Потом полосочка. Полосочка, еще такая полоска. Совсем небольшой метраж остался. Вот эта полосочка тоже очень красивая. Темно-синий оттеночек. Шерсть с шелком. Она такая может даже подойти для рубашки. Смотрите, какой трикотаж. Сверкающий, блестящий. Очень классный, нарядный. Пока он есть, перед Новым годом на него спрос вырастает. Здесь шерсть в составе, представляете, итальянская ткань. Вот поэтому пока есть, можете приобретать. Также вот такая костюмная ткань. Приятненькая. Так, спускаемся ниже, и на самом низу здесь лежит у нас сеточка итальянская и не итальянская. Здесь турецкая, это флок. Смотрите, она как марля, такая очень тонкая, тонкая, прозрачная, очень нежно и воздушно смотрится в изделиях. Есть такого же цвета, вон, лиловая и однотон лиловый. Тут у нас сеточка черная, бежевая. Белая, красивая. Также стрейч сетка черная. Здесь у нас масло. Черное масло, белое масло. Тут тоже сетка, сетка. Вот еще сеточка. Это масло. Это сетка, сетка. Вот это вот все сеточка. Итальянская сетка очень качественная и хорошо подойдет для пошива нижнего белья. Или, например, в танцевальные костюмы. Она такая эластичная. Вот. И здесь у нас интересная тоже ткань. Это тафта. Тафта итальянская. Для костюмчиков, для брючек. Например, сейчас очень интересно будет смотреться. Вот такая красивая. Вот, смотрите, какой янтарный оттенок. Вот, это вся наша полочка, наш стеллаж с итальянскими и не только тканями. Ставьте лайк, если вам понравился данный обзор. Если вы хотите еще подобного рода, пишите обязательно, какую следующую полочку мы с вами рассмотрим.